Привет, мои дорогие, как ваши дела? Как вы поживаете? Ой, соскучилась. Сейчас будем кушать с вами. А, Свет еще маленько играет, да, у нас? Так, это... Будем пить вишневый сок. Есть у меня также вот такое чудо. Крем. Также есть вот такие безешки. И украинский лисичанский. Вот, ну что, начнем. Приятного аппетита. Вам тоже. И мне тоже. Обмакали в креме. Вкусно реально. Вкусно. Эти воздушные, они тоже такие вкусные. Thank you.
Пахнет пылью. Вся в попыхах. С улицы прибежала, по делам съездила и сразу замелтела. Даже не переоделась. Так захотелось. И думаю, наверное, мои меня ждут. Вы сейчас самые главные в моей жизни уже. Одни из главных. Конечно, мои дети. Моя мамуля. Брат, сестренка у меня есть. Ну и вы теперь у меня. Семья совсем большая. Племянники у меня. Такая пирамидка, да?
полный рот набила. Мне это так иногда нравится. Когда во рту вот эта сухая масса, не хватает водички, и ее так жуешь, тоже какой-то кайф. Нравится мне так. Иногда набью полный рот. И запивать не хочется. Хочется все вот так как-то проглотить. Ну, стараюсь, но приходится запивать. Не получается. Ну и последний. Тоже набьем ротик. Угу. Иногда как-то почмокиваю, извините. Хотя не специально. Ну вот, наелась. Спасибо вам за просмотр. Очень вам благодарна. Поддерживайте меня, пишите комментарии. Спасибочки. Я все читаю. Но мы еще с вами увидимся. Пока-пока.